Сапепушистики, у меня к вам челлендж на 150 робоксов. Для того, чтобы их получить, нужно выполнить следующие условия. Первое, прожмякать подписку плюс колокольчик. Второе, поставить царский лайк. И третье, найти в этом ролике три скрытых панды. Они будут появляться в ролике в различных частях экрана. И кто первый выполнит все условия и напишет в комментах три тайм-кода с пушистиками, получит 150 робоксов. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Друзья, всем привет, с вами как всегда Бамбуковый Мишка Капанда и добро пожаловать ко мне в гости. И сегодня мы с вами играем Project Ghoul. Ребят, я очень давно в него заходил, а тут много чего-то, говорят, наводили. Я, если честно, еще ни разу не смотрел, не заходил. Давайте вместе с вами сейчас зайдем, конечно же, и глянем. Тем более здесь написано, что двойной буст, 2x буст, красотули, красотули. Ладно, ребята, усаживаемся поудобнее, а мы начинаем. Рыба-карась, игра понеслась. Вау, нифига себе, менюшку уже точно вижу, переработали. Смотрите, здесь квинки у нас, здесь, видимо, как оно. Капец, что-то темно и туман, очумешки. Так, жмякаем play, оба-на. А это что за петрушка, клейм, это типа какие-то слоты. И все по нулям, у меня что скинулось, у меня же там уровень был. Сытой бамбук, так, вопросик, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ладно, жмякаем клейм, подтверждаем. Смотрите, кролик, гуль и CCG. Давайте, конечно же, возьмем гуля, ребята. Возьмем гуля, вау, нифига себе. Так, вот этого тоже не было, смотрите. Прическа, мы будем делать персонажа, очуметь. Так, прическа. Ням-ням-ням-ням-ням. Блин, а какой-нибудь коннеки можно здесь соорудить? Какого-нибудь прикольного. Ладно, наверное, сильно много времени. О, красота, сильно много времени не буду тратить. Какие-нибудь еще черные штанишки. О, вот такой вот у нас будет челик. Так. Глаза, это что у нас? А нет, это хэйр, это не то, ребята. Блин, а это что мы тут делаем? А, погодите, обождите, вот они, волосы. Желтые волосы. А это, а, прическа, блин, капец. Во, нифига себе челик. Так, глаза хочу какие-нибудь голубые ему сделать. Во. Хо-хо-хо, вот это дичь, а. Прикольно, мне уже нравится. Так, смотрите, ребята, можно покрутить спины, да? Кстати, надо будет посмотреть кодики. Я для вас сейчас еще и коды, наверное, какие-то попробую еще нарою, да? А, так, спин, у меня три спина. Это, получается, за робоксы. Основной цвет и второй цвет, да? Основной, конечно же, пускай будет у нас красный. И жмякаем, ребята, спин. Не знаю, что нам попадет там. Давайте. Сейчас еще кодики надыбаем, ребята. Отлично, Бикаку N у нас. Давайте забираем. Без понятия, что такое. Так, едет Кагуна. Ага. А, вот, все понял. Это значит, можно его там будет откорректировать. Ну, то есть сменить, да? Join game. Наконец-то, ребята, давайте заходим и будем тестить. Project Ghoul. Там, помните, у нас была такая большая карта, еще сова была, и можно было прыгать и выполнять квесты. О, вот это тоже не было. Смотрите, это Ишимура, да? Прикольненько. Так, по-моему, там скиллы еще выставлялись на этим, на клавиши. Что-то C... X и V, по-моему, что ли было, если я не ошибаюсь. А чумает, смотрите, ребята. Капец, тут все попеременяли. Это что, Такизава, что ли? Такизава, красавчик. А что они тут делают? Они так прокачиваются, что ли? Хе-хе. Смотрите, первый стоит, так качается, второй. Блин, смотрите, по ходу дела так Такизава выглядит. А чумеет. Так, челики. Здравствуйте. Так, купить кофе, ребята, и гамбургер можно. Все, я помню. Здесь есть у нас, ребята, еще этот голод. Сейф зоны, так, сеттинг, меню, музыка нам не нужна, так, а у меня вообще звуки тут есть, почему-то звуков нету, вот, вот так вот, так, тагер, спринтер, телепорт, меню, отличненько, так, менюшка есть, инфо, ребята, уровень первый, сила 1, арсиклетки, а также кровь какая-то, о, кодики, ребята, есть кодики, давайте я попробую их найти. Так, ребята, я надыбал два совершенно новых кода. 10 тысяч лайков и восклицательный знак. Вводим. Отличненько. Я не знаю, что нам там дали, но что-то нам дали, ребята. А также, ребята, вот второй вот код. 3,6 миллионов визитов. Вводим. Так, они мне засчитались? Ну-ка, второй раз. Да, засчитались, потому что, видите, написано, уже введен. Так, ну мне, по сути дела, это должны были дать, ребята, спины, вот на которые мы можем вращать наши кагуны, наверное, да? Ладно, мы потом глянем. Так, коды мы ввели, отлично. Так, поинты, угу, агилити и здоровье, и можно их тут скинуть. Инвентарь есть, ребята, смотрите, бикаку, укаку, все дела. Так, куб, понятно, бить, F,
Скиллы. А, смотрите, первый уровень. 50-й, 150-й. Как у Джана Р. Маска у нас на H. А, Регина Рата Кей. Обалдешечки, столько всего наворотили. Не, этого, по-моему, не было. Маска, 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 Рата. Как у Джа, понятно, пока мисс нет у нас ничего. Так, а здесь кто у нас? Так, на Ctrl бегать. Что-то тут все прокачиваются. Дайте мне хоть что-нибудь взять-то тоже попрокачиваться. Антейка, покидаем, ребята, Антейку. Блин, прикольно. Так, карта новая, нет? Я что-то не помню, ребята, уже. По-моему, похоже на новую. Ну, вот этих стрелок точно не было. Так, ладно, мне говорят вот здесь вот потрещать с человеком. Туториал Гуль, отлично, туториал. Привет, 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 давай мы тебе объясним, как играть. Давай, объясни, товарищ. Короче, это твоя шкала голода получается. Это, наверное, ХП, да, наши зеленые. Гули должны убивать и есть NPC, либо других игроков. Очуметь, чтобы восполнить свою шкалу с голодом. Очумешечки, прикольненько. Будем убивать и есть их. Добрая игра. Так, 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 так. Короче, будь осторожен, там типа, мол, не ешь туда, не ешь сюда, чтобы тебя тоже не сожрали. Так, ты будешь повышать свой уровень и силу мастерство. Будешь увеличивать свою силу атаки. Красота, хочу наклобучить. Так, на кум будем драться, а также F, C и V. Так, F, C, V, это скиллы, да, типа, мол? Так, можешь блокировать на G. G это блок, что ли? Капец, так непривычно. Так, каждый уровень ты будешь повышать свои один из скиллов, а поинты будут кидаться, и мы можем либо на физическую статы, либо на здоровье, да? Понятно. Агилити и так далее, статы увеличены там в меню, и ты можешь их скинуть на ресет, понятно. Ням-н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 ям. Давайте быстрее, ребят, я потом буду это все читать, я хочу уже на кому-нибудь нахлобучить, ребята. На кушку. О, пошел дамаг, да, ребят, смотрите, бэм-бэм. Так, а мне гуля бы какого-нибудь замутить, ребята. Гуля-гуля-гуля, побежали, ребята. Капец, а что у меня с прической? Почему она у меня здесь красная? Я какого-то челика создал. Ладно, я потом еще переработаю. Так, а это что такое наверху? А, иены, XP Boost. Это, видимо, какие-то бонусы, ребят. Смотрите, да, здесь? Очуметь. Так, здесь какой-то замес у нас. А что у нас так темно, а? Со всех сторон вообще что-то потемки какие-то, да? Смотрите, они дерутся. Как он нахлобучивает. Ладно, не будем мешать. Это что такое? ПГ, PG. Такого не было, ребята. Не, карту здесь тоже переработали. Так, погодите, за меню. А здесь еще группа. Смотрите, группу можно создать. Это магазин. А, нифига себе, бусты всякие. Смотрите, можно купить, можно купить, можно купить всякие штуки. Нифига себе, 4000 робосов. Это что такое? Очуметь. Гамбургеры какие-то. Ладно, если вам будет интересно, мы это потом что-нибудь купим, посмотрим. О, смотрите, там есть уже CCG. Квесты, ребята. Ты можешь мне помочь? Короче, надо с ними расправиться. Пожалуйста, помоги мне. Давай, окей, 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 окей. Когда ты это завершишь, дадим тебе 50 экспулины, 150 лет и 30 респекта. Уважуха. Так, мне нужно ситизенов этих убить. Ситизен, иди сюда. Будем нахлобучивать. Так, а мне бы кагун какой-то взять. Почему у меня кагун нету, а? Так, 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 у нас там то стоит. Нет, это челик бегает. А вон он сидит. Так, погодите. Вон, 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 вижу. Вижу цель, иду на заход, ребята. На кушку сейчас будем нахлобучивать, да? О, тихо, погодите. Это что, я нажал? А что, мешечки? Это на Е. Ребята, вот у меня эскагу. Обалдеть. А что, мешечки? Красота. Так, погнали. Кушка. Ви. На Ви вот у нас атака происходит. Так, они меня дамажат, кстати. Так, а на Ку, если я буду... О, нифига себе, у меня второй уровень уже. А где у меня экспа? Я экспу не вижу вообще. Так, 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 мне их надо 5 штук убить. Очуметь. Тихо, тихо, тихо. У меня еще и голод, ребята. Я сейчас, по сути дела, должен его убить и схавать. Смотрите, хоп. Ням-ням-ням. О, у меня голод восполнился, ребята. Вот эта нижняя полосочка, красота. Так, реген ХП идет? Реген ХП идет, отличненько. Так, это на F, ребята, скилл. На C... А, на С, короче, тебе нужно 50 уровня. И на Ви 150. Да, это вот у нас, смотрите, левел 5 уже, что ли? Кровь 10, арсиклетки, ребята, отличненько. Так, статы. Агилити. А где стрендж? Как мне на стрендж раскидать? Ладно, давайте маленько сюда. Сюда. На здоровье побольше, да? Инвентарь, ничего нету здесь. Пауэр у меня один, ребята. Очуметь. Так, иди сюда, я хочу посмотреть, как у меня будет прокачиваться здесь. Ситизен, иди сюда, братишка.
За каждую, да, смотрите, за каждую атаку у меня вот сила здесь прокачивается, power получается, да? Уровень 6 у меня уже. И постоянно power растет. Так, а если я буду просто бить, у меня будет у нет восполняться? Интересно, сейчас посмотрим, ребята. Так, сейчас еще одного убиваем. Давай, давай, давай. 7 уровень, отлично. Хаваем его, ребята. И если я просто стою. Да, смотрите, я просто стою, надо автокликер поставить. А на левую клавишу никак. На F. На Q никак тоже. На F-ку, смотрите, ребята, и он прокачивается. Единственное, только у нас, например, на Power может дойти, например, до уровня. Хотя уровень тоже прокачивается. Если я не ошибаюсь, раньше была такая механика здесь. Чтобы сильно нельзя было стоять на автокликере, короче, капец, смотрите, здесь кто-то тоже воюет. Ну-ка, иди сюда, братан. У нас вот CCG-шник там. Очуметь, это кто, Катара ОМОН? Капец, у нас здесь уже с ним замес какой-то. Очуметь. Так, тихо, мне их надо 5 штук убить, дай мне на квест. Блин, он какой-то жесткий. Я его убил, нет. Блин, не я его добил. Дай мне здесь прокачаться, мне надо квест выполнять, очумешечки. Блин, красотули. Так, 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 куда побежала? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Блин, девушку обижаем, я люблю девчонок обижать. Ну что поделаешь, она первая начала. Первая агрится, да, на меня. Так, блин, дай мне Крисмас. Рождество. Еще не время Рождества. Дай мне их убить. Отлично, мне еще двоих целых завалить надо. Так, ну-ка, тихо, менюшка, ребята. Статы, давайте в здоровье побольше, чтобы быстрее у нас регенилось. Я не знаю, агилити это что у нас, наверное, скорее всего будет, как мы будем бегать. Так, это кто у нас? Прости, шоколадка, мы сейчас тебя тоже задамажим. А сила атаки, получается, у нас здесь автоматически вот так вот прокачивается, да? Пауэр, видите, 4 у нас. Крови уже 22, без понятия, куда их тратить. Без понятия, ребята, куда мне тратить сейчас вот эти арси-клетки. Зачем-то они нужны же, да? Ладно, не знаю. Так, мы четверых уже убили, ребята, четверых убили. Так, так, маска, арата на H. Не, у меня пока мест ничего нету. А что такое кей? Окей, реген арата, тоже без понятия, ребята. Арата-то у меня нет, это надо потом за CCG еще будет. Так, сейчас еще одного ребята убиваем и пойдем куда-нибудь там смотреть. Так, и у меня иены. 5000 иен есть, да? Отличненько. Сейчас еще одного убьем. Блин, а почему так темно? Когда у нас здесь будет день? Я ничего не вижу. А чумешечки. Так, последнего убиваем, 13 уровень, отлично. Так, а мне не надо бежать никуда, мне здесь получается на автоматически вот так вот. Квест сдается-то. Братишка, я убил там всех. Где он там? Квест, квест, квест. Сейчас, наверное, опять. Опять то же самое, да? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да, опять то же самое. Ладно, это понятно. Это мы потом посмотрим. Я хотел вот туда вон, ребята, сбегать. Так, а Дэш у нас есть? Дэша нету, ребята. На Е получается. Блин, слышите, там звук такой. Там как будто как он вылазит. Так, смотрите, у нас есть там тренажерный зал еще. Есть вот здесь вот территория CCG. Меня туда пустят? Блин, смотрите, фонарики. Я прям под фонариками. О, я аж свечусь ведь. Красота. Так, побежали. А, вот она, выносливость, ребята. Нижняя полоска, это выносливость. Видите, я на контрол бегу. Так, мы на территорию CCG залезли. Отлично, ребята. Сейчас здесь будем смотреть, что есть. Но Вангу меня, наверное, туда не пустят, да? Так, вау, нифига себе, это магазины, что ли? Очуметь, смотрите, Катара ОМОН. Квинки крафт, можно будет крафтить квинки здесь. Арата крафт. Смотрите, бронька. Арата, очуметь. Светится. Блин, что-то я уже хочу за CCG тоже поиграть. А, интересно же, интересно. Куда вот эти арсиклетки интересно тратить-то? Ням-н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 ям. Так, мне нужен полтинник уровень, ребята. Хочу еще полтинник уровень для того, чтобы... Второй скилл, да, открылся. Кто там прибежал? Опять Крисмас на меня прибежал. Хорош меня дамажит. Иди сюда. Иди сюда, тебе говорят. Сражаемся, ребята. Я зашел на их территорию, он меня выгоняет. Так, я у него... Смотрите, я его побеждаю. Иди сюда, братан. Иди сюда, куда попрыгал? Не уйдешь. Давай сражайся до самого конца. Никогда не уходи с поля боя. Пошел домой. Нифига себе, мне скиллом откинул. Ты че, блин, редиску, а? Больно же по лапкам бьют. Давай, давай, куда побежал, иди сюда, догоняй его. Не-не-не, он в домик забегает. Капец, Петрушка. Не в домик. Иди сюда, я хочу тебя съесть. Гуль против CCG. Пошел, дамаг, е-е, красавчик. Прости, братишка, но я тебя сожрал. Няма-няма. Отлично, и что мне там по уровню уже? Что у меня там статы? 4 поинта. Еще в хелс, ребят, не знаю. Хотя бы агилить. Агилить, наверное, чтобы у нас здесь вот эта вот стамина, ребята, восполнялась. Видите? Чтобы дольше бегать, наверное. Блин, ну прикольно, что я могу сказать. А здесь что такое у нас?
типа лабиринт какой-то. Ой, не-не-не, я туда не полезу. Я там заплутаю совсем. Так, опять, где уже выход? Я уже запутался. Ладно, я шучу. А чумешки. Так, опять Крисмас, что ли, бежит? Или это не Крисмас? Опять Крисмас. Что, опять люлей хочешь получить? Погнали, ребята. Погнали смотреть, что тут еще есть. О, смотрите, ребята, салон, а чумешечки, туда можно зайти? О, там какая-то женщина, здравствуйте, как поживаете? Короче, сменить свою прическу за 250 йен, да? Блин, смотрите, какие тут всякие приколы. Так, секондари, а как мне ее убрать? Я не хочу вторую ставить, я хочу одну. Блин, это девчачья какая-то, это тоже девчачья. О, красота, желтые вот такие, да? Вот это мне нравится, причесончик. Вот это тоже ничего. Не, вот это прикольный. Не-не-не. Это вообще какой-то моднявый, очуметь. Не, давайте вот эту оставим. Желтый, да? Или белый сделаем волосы? Не, давайте желтые. Или вот такие желтые. Не, это Наруто. Во, вот так вот. Прикольно. За 250, ребят, смотрите, меня подстригли. Блин, капец, какие у меня глаза. Так, Эвангу можно будет еще, наверное, переодеться где-то. Наконец-то, ребята, смотрите, наконец-то день. А то было вообще у нас. А, потемочки. Блин, смотрите, у там стопудово куда-то еще тоже можно забежать. Так, а у меня голод уже восполняется, ребята. Интересно, я могу помереть здесь, если от голода чисто? Так, здесь мы прокачивались. Здесь у нас гум, джим, да? Так, так, так. А здесь ничего нету, что ли? Так, где какие тренажеры? Где боксерская груша? Кому нахлобучить? Ага, понятно, здесь они йогой, короче, занимаются. Так, все. Сели прокачиваться, и вот так. Так, кстати, а если я вот так вот на кушку жмяк, у меня пауэр. Да, смотрите, пауэр тоже заполняется. Что так тренируемся, что через кагуну, да. Кровь 74, а арсиклеток 84. Так, а может быть у меня это отнимается? Нет, 74. Голод. Нет, это не то. Это, ребята, не то. Блин, смотрите, какой отсюда вид. Вон там гули бегают, сражаются. Красотули. Ладно, погнали дальше. Так, ребята, смотрите, а это что такое у нас? Гуль Зет. А чумешки, а тут кто-нибудь есть? А, здесь никого нету. Хотя нет, погодите, там какая-то лестница. Так, здесь у нас что? Здравствуйте, мы с вами промышленно. О, нифига себе, хочешь, типа, мол, быстрее? Конечно, хочу, ребята. А, понятно, это за робоксы. Ладно, если что, мы потом прокачаемся. Мы там все купим, все геймпасы все купим. Так, это типа у нас, чтобы двойная этот, арсиклетки, да, наверное, было? Смотрите, я куда-то зашел, как чей-то дом. Очуметь. Здесь что у нас лежит? Это телек. Тут картина страшная какая. Смотрите, Канеки Кен валяется, очуметь. Так, а это что такое? Гуль Зет, да? You need big group to claim. Короче, чтобы это все забрать, я должен быть, ребята, в группе. А, блин, это что это? Шмотки такие? Как мне это взять? Я хочу такой костюм. А чумешечки, блин, красота. Но я должен быть, ребята, в этом. Я должен быть в группе, а я пока мисс не в группе. Я безгруппный пока мисс. А чуметь. Ладно, погнали дальше. Вау, смотрите, а это что такое? Какой-то магазин, ребята. И у меня голод. Смотрите, у меня голод, из-за этого меня начало колбасить. Очуметь. Смотрите, видали? Так, так, так. О, это маски, ребята. Это же уто, типа, да? Маскрафт. Блин, капец, меня колбасит. Так, 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 так. Можно что-то посмотреть. Давайте, давайте. Смотрите, можно столь скрафтить свою собственную маску. Еще имя написать можно. Панда, очуметь. Эксклюзивные маски всякие, ребята. Очуметь. Блин, прикольно. А как мне ее это? Можно самому что-нибудь нарисовать? О, это тоже прикольное. Кролик. А, смотрите, я не могу ее, ребята, купить, да, получается? Мне не хватает. Вот тут йены. Вот куда, ребята, нужна вот эта кровь. 3000 крови нужно, йены. Уровень требуется, очуметь. Вон, видите? Это, короче, требование вот к этим маскам. Обалдешечки. Я тогда, получается, сейчас ее не куплю. Блин, прикольная, смотрите, какая. 19-я. Блин, мне хоть на что-нибудь хватит. Йен 200 крови. Это тоже не могу, ребята. Капец, я, короче, никакую пока мисс не могу. Ладно, понятненько, ребята, понятненько. Так, мне надо кого-нибудь задамажить. Вон, смотрите, сколько масок, очуметь. Так, мне нужно быстренько кого-нибудь задамажить. Я хочу есть, ребята, я голодный. Эй, выпустите меня от седова. Выпустите меня, Петрушка. Где выход-то, а? Как отсюда выйти? О, наконец-то вышел. Так, вот у нас какой-то челик. Давай по ПВПшим. Иди сюда. Почему я не могу активировать Кагуджу свою? Где моя Кагун? Кагун, ты где, вылазь? А, я походу делал, ребята, когда голодные, что ли, еще не могу, и это? А, нет, вот, нормально, это что-то лагает, что ли? Иди сюда, братишка. На F-ку скилл, ребят, только один скилл пока мисс есть.
Нифига себе, это кто у него? Это что, Джейсон, что ли? Блин, прикольно выглядит, да? Блин, дайте мне кого-нибудь задамажить. Я есть хочу, я сейчас с голода помру. Капец, а где у нас этот? Быстро-быстро, не успею, нет, добежать. Ребят, сейчас как заодно и протестим, могу ли я умереть от голода. Смотрите, у меня осталось вообще полосочка. Капец, есть хочу, ребята. Мне еще, как, кстати, надо позавтракать. Сейчас мы пойдем кого-нибудь задамажим здесь мелко. Во, смотрите, там конеки по ходу дела, да? А, чумешечка. Так, дайте кого-нибудь сожрать мне. Быстро. Ва-а-а-а! ХП у него мало остается. Мало. И у меня тоже ХП мало. Быстро хаваем его. О, все, ребята, я поел. Блин, тут еще кого-то задамал. Я двоих поел. Ням-ням-ням. Вкуснятина, ребята, вкуснятина. Я еще и квест выполнил. Ну-ка, давайте вот этого челика глянем. Вот это тентакли у него. Вот это тентакли. Смотрите, какой дикий. Очумеет. Ну-ка, иди сюда, Канеки, будем сражаться. Он на меня тоже полез. И у нас тут жесткое ПВП. Да, жесткое ПВП, меня сразу же задамажили. А чумешечки, ребята. Короче, если вам будет интересно. О, нифига себе, меня опять сюда, что ли? А, что-нибудь новое будет? Так, это мы все смотрели. Это мы все смотрели. Опять квест, опять туда бежать, да? Ладно, ребята, надо прокачиваться, короче. У меня сейчас 17 уровень уже, в принципе. Это я только сел, только поиграл. Так, наверное, в агилити давайте сейчас вкидаем побольше. Вот так вот у нас пускай будет, да? Сейчас проступаю, ребята, я к прокачке. Напишите в комментариях, какой у вас уже квинки, какой кагун, какой уровень. Будет интересно потом почитать, да? Ну, а на этом, ребята, я видосик буду завершать. Всем спасибо за просмотр. Отличного вам дня и прекрасного настроения. Ну, а с вами был Бамбуков Гулька Панда. Увидимся совсем скоро на просторах Роблокс. Всем удачи и всем пока-пока.